Всем привет! Ютубу привет! Вот дошел ход до компьютера. Вот здесь он у меня стоял, бедолажка. Вот. Долго и нудно, года три работал. В последнее время год-полтора подтупливает. И все никак ход не доходил. Вот что получается. Там бедный... Все уже в паутине, пауки он, как собаки. Чуть только не гавкают оттуда. Вот. Надо навести порядок. Что для этого надо? Включить компрессор и хотя бы продуть, прочистить вентиляторы и прочее от пыли. Тут пол ведра грязи будет. Ну и естественно, взять, переустановить по новому систему, чтобы весь этот мусор, который там накопился, я имею в виду цифровой мусор, его, так сказать, убить и поставить на голый винт, новую систему, и тогда, я надеюсь, все будет бегать шустро и красиво. Вот, периодически надо порядок наводить. Не доводите до такого состояния, как я, что он там паутиной поросло, заросли. Для того, вот, чтобы почистить это все дело, есть у нас специально обученный пистолет продувочный. Вот он шланг. Делать это лучше на улице, вот так на скамеечке. А еще лучше одеть вот такой намордничек. Вот такой обычный 3-рублевый намордник, все равно. Ну и естественно очки для глаз, потому что иногда всякая неожиданная фигня вылетает и в глаз. А потом беги к врачу. Вот такие простые очечки защитят ваши глаза, вот, и ваше зрение. Дабы вот не нарушать технику безопасности, работать при таких работах всегда лучше. Я даже крашу вот в таких очках или в подобных. У меня еще их несколько разных. Вот так. Ну что, сейчас компрессор накачается и вперед. Он тут просто порос сплошняком. Тут забито все. Естественно, и блок питания забит. Тут он все сыпется. Сейчас мы такое тут увидим кино, что мама дорогая. Ну, периодически надо все это чистить. Я думаю, буду снимать и видеоплату, разбирать. Ну, имеется в виду вынимать ее отсюда, чтобы продуть и прочистить все. Сейчас увидите, что тут поднакопилось. Небольшой лайфхак, как почистить компьютер. Пылесосы — это все фигня. Это гаражный компьютер. Но уже плохо видно, глазами видно, в камеру уже почти не видно пылюки. А ты посмотри, он как новый там. Аж соты он, прорядились. Вот здесь же все забито было. Вот все так, чистый, сейчас еще видюшку надо хорошо снять, продуть. Там тоже он даже сейчас будет работать в два раза лучше. Может, ничего и переустанавливать ему не стоит? Да нет, надо, там мусора столько в нем всякого поднакопилось. Как сказал Женек, он таким сновья не был. Вернее, наверное, был, когда его собирали. Ну, все чисто, все продули. Опять же, здесь много было пылюки в блоке питания. Здесь все чисто. Теперь надо его собрать. Вот такой он чистый стал. По-хорошему, такую фигню надо раз в полгода делать, а не в 2-3 года, да хотя бы в полгода раз, и будет вам счастье.
Вот, ну это как бы начало. Мы еще хотим потом взять и поставить по-новому всю систему и все. Я думаю, он заработает. Вот, а говорят, весь. Что китайское все плохое. Вот. Недорогой компик собрали мы. Это он уже лет 5 тут трудится. Вот, и хвала ему и честь. Промыли, продули, поставили систему по новой. И все, и оно работает. В плюге, в гараже. Вот в таких вот условиях. И работает, и ничего тьфу-тьфу-тьфу не глючит. Просто уже он года 3 не переустанавливался. Естественно, там, еще раз повторюсь, мусора накопилось. И такого, и цифрового. Сейчас будем переустанавливать систему. Соединили тут 3 провода в кучу. Вот. Грузится. Но это еще не все. Ну что ж, вот он грузится, и как мы видим, грузится долго. Потому что он бедненький, у нас уставший. Вот у меня тут 2 флешки волшебные. На одну я все сохранил. Вот. А здесь у нас Windows и нужные программы. Посмотрим, сколько у нас эта чистка, как говорится, займет. Вот она система, все работает, все шевелится. Глядим. Вот я открываю. Я, собственно, почему и хочу переустановить. Надоело вот такое, открываешь браузер, оно так, как будто это 286 компьютер. Вот. Вот так вот он быстро у нас работает. Поэтому вот решено было, что... В принципе, да, воткнул там, отошел на 2 минуты, чем-то позанимаемся, оно открылось. Но уже это достало, вот такое вот. Смотреть на такую красоту. Вот, открываем, допустим, канал. На нормальном компе это гораздо быстрее открываться должно. Вот такие все вещи. Вот, как мы видим. О, давно не было видео, товарищ. Не снимал, сейчас посмотрим. Видно, он лампочку купил. Ладно, это мы посмотрим потом. Интересный парень, тоже хороший мастер. Итак, сейчас мы ставим в автозагрузку Windows и переустанавливаем винду полностью. То есть убиваем все и ставим все по-новому. О, черный экран, установка Windows с флешки. Нажмите F6, нажмите F2. Все, процесс пошел. Погорячился, выбираем мы загрузку не жесткого диска, а с USB. И пошло у нас дело. Так, выбираем Windows 7, 32 бита и вперед из песней. Установка очень быстро длится, прям моментально. 15-20 минут и система уже стоит. Вот, все, поехало. Вот моментально практически ставится все это на глазах. Система. Прошло немножко времени, и уже система встала. Естественно, потом еще надо будет настраивать, там нужные драйвера подгрузить, но все это есть. Так что вот, чистота залог здоровья. Периодически надо вот такую ерунду делать, потому что в гараже пыльно-грязно, и пыли насасывается прилично. Ну и со временем всякого мусора... Я пользуюсь там циклинером и прочим, но опять же, все равно мусора накапливается столько, что компьютер начинает тормозить. А менять каждый год на какое-то железо, которое бы все это переваривало, все равно с большой производительностью смысла нет. Для гаража хватает и старенького такого маленького компа. Вот. Так что чистка должна быть не только... Чистить от мусора, грязи и пыли. Ну и периодически проще переустановить. Вот у нас появилась винда. Вот, все заработало. Ура!
Вот. Хочет он залезть на Microsoft, но мы ему такой возможности не дадим. Вот и все, ребята. Все просто. Сейчас надо поставить дрова на сетевуху. Это я уже знаю, как бы все это у меня есть, но это есть уже на другой флешке. Все, всем спасибо, пока-пока. Прошло, ну, где-то полтора часа. Все программы, все драйвера, все плееры, все, что надо было, я поставил. Вот и все. Чистота – залог здоровья. Всем удачи.